спать, конечно, хотелось, но я знала, что здесь будет очень хорошая компания, очень дружная, будет очень весело, поэтому пришла всех поддержать. И в таком позитивном настроении все участники. Весенний субботник вместо утреннего сна выбрали представители различных СМИ города, участники проекта «Журналисты за победу». Они привели в порядок парк мира, любимое место отдыха многих вологжан. В рамках акции по благоустройству, организованной информационным центром «Вологда-портал», журналисты убрали скопившийся за зиму мусор, прошлогоднюю траву и листву. В уборке представителям СМИ помогали сотрудники горводоканала и теплосетей. За 3 часа работы активистам удалось собрать более 100 мешков мусора. Труд облагораживает человека, любой, и умственный, и физический. И иногда сменить немножко сферу деятельности и вместо ручки и клавиатуры взять грабли и вилы – это правильно. У каждого во дворе есть субботник, а еще есть общегородские субботники. А еще как журналисты они должны это замечательное событие освещать. Поэтому всем везде нужно успеть. И как хорошие журналисты они вынуждены везде успевать, потому что другого выбора у нас все-таки нет. А то, что вологодские журналисты, объединяясь за победу, объединились еще и в порыве принести этому городу чистоту и порядок, это втройне, наверное, и в 10 раз замечательнее, чем обычно. Добавим, парк мира стал одной из 90 площадок, на которых 25 апреля прошел общегородской субботник. На уборку городских улиц и дворов вышли около 20 тысяч вологжан, представители ТОСов, школьники, студенты и пенсионеры. Субботник дал старт 2-месячной акции по благоустройству, которая продлится в областной столице до 25 июня. Егор Канавин, Вологда-портал.